Премьер-министр Татарстана Эльдар Халиков принял участие в заседании Совета Мензелинского муниципального района. В ходе поездки глава правительства посетил новый детский сад, принял участие в церемонии вручения ключей участникам социальной ипотеки и побывал в гостях у вдовы ветерана Второй мировой войны. А также в цеху по производству минеральной воды. Одна из самых главных проблем – низкая демография. Отметили на сессии, в прошлом году в районе на свет появилось 428 детей. Мензелинский район традиционно, и это не только последние 5 или 10 лет, традиционно для Республики Татарстан, а в какие-то этапы своего исторического развития и для Российской Федерации был одним из лидеров, чего желаю обязательно добиться, восстановить те позиции, которые были всегда традиционно у района. И сегодня Эльдар Халиков принял участие в Каннском инвестиционном форуме. Он прошел на площадке Челнинского IT-парка. Перед началом премьеру показали на выставке 3D-модель Каннского индустриального кластера. Эльдар Халиков отметил, что в этом году в республике будут открыты предприятия с вложением более полумиллиарда долларов.